Итак, привет всем, с вами снова я, Зазепа. Посмотрел недавно... Короче, танков, покатухи на деда, хоть и в соло, но все же. Погнали. Так, малиновка. Ах, хорошо. Люблю малиновку. Только в топе люблю ее. Тун-ту-дун-тун. Игроман. Так, надеюсь, этот бой будет победный, потому что... Ну как же ж иначе? Иначе не бывает. Тун-ту-дун-тун. Какой злобный AMX-40. Сдохни. Ньюс. Так, надеюсь, мне помогут. Бамбанейло, бамбанейло. Не знаю, я не хочу туда сейчас на них сваливаться, потому что как-то арты у них много, и это, который еще закидывает так ФВ. Так что, скажем дружно, нафиг нужно, да? О, хорош пацан. Не туда завернул, ошибка. Ну, с 85 добило, ладно. Не беда. Тун-ту-дун, тун-ту-дун-тун, тун-ту-дун-тун-тун. Ну, КВПР здесь как-то не особо отлично встал. Как голдой надо бить дядю. О боже. Бамбанейло. Бамбанейло. Не, ну нафиг. Чё-то нас тут зажимают как-то. Как-то не очень хорошо получается. Блять, куда КВПР попёр? Хотя он так уже смехник. Бамбанейло. Бамбанейло. ФВ переехала, падла. Мелкая. Боже, ну чё за разнос, блять, ну куда ты едешь? Ну ёб твою маму. Что вы, блять, ну бы делаете? Пизданутый козырек, блин. Рикошет, блядь. Ладно, минус один, нормально. Бамбанейро. Бамбанейро. Надо вот этого, блин, снять. Он умный.
Ну, бывает. Бывает. Надо было их там желательно поджать, потому что там, блин, Октана будет накидывать. Это будет не очень хорошо. Бомбанейро, бомбанейро. Ну, погнали на двоечке. Надеюсь, повезет побольше. Нифига. К семеркам тянуло. Какие же вы потные, а? Ладно. Хотя... Блин, мне же как тонны. КВ-3 прошибу. Иса прошибу. Тигра тоже прошибу. Лучше таким уже. Больше натяну. Чакчеля еще могу не прошить. Остальных пробью. Причем на изи. Ну, как любой нормальный тяж, поеду направо. Давайте с Тевом налево. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Тяжела и неказиста жизнь вражеского танкиста. Офигенно и пиздата жизнь советского солдата. Ну-ка, кто здесь будет? Кто не спрятался, я не виноват. Так, мне уже светит. Dust is not good. О, любимец. Паша очень любит на нем ездить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так бы ваншот был бы. Куда-то вправо снаряд увело. Чекчили, а разве что бок вот так вот ему. О, сейчас уже хрен его знает. Ладно, не буду тратить снаряд. То ли поближе подъехать, то ли что. Непонятно. Так, иди нафиг, Чекчили. Если хочешь поговорить, поближе подъезжай. Ну конечно же, Арта, блин, ну в кого же еще кидать? Просто не в кого просто кидать еще больше. Да-да-да. А тебе, блядь, Свертухана, блядь, не попал. А так близко лег. Что ж вы делаете, а? Seriously? Я тебя не пробью так. Добейте команду уродов. Да без Б. Лишь бы меня сейчас Акта не нахыла. Привет, Черчилль!
твой ничего. Я сначала твоего друга накажу, потом тебя. Если успею. Надеюсь, успею. А, не успел. Я должен. Must have. Yeah. Выстрел войны. Ну, под конец повезло мне, согласен. Согласен, повезло. Тяжела и неказиста жизнь советского танкиста. Жизнь рандомного танкиста. Так, надо шторку прикрыть, а то в глаз светит неприятно. Победа. Like a boss. Так, что у нас там? Он еще в бою. Ну, погнали еще раз тогда. Обожаю КВ-2. Ну, так вот, не обожаю, что-то, блин, третий бой в топ не может затянуть. Вроде нормальный сервак второй. О, пацан из Минска. Земляк. Города играет. У нас в команде гольф. Т-26Е4. Так. Ну, поедем сразу подработанный. Будем накидывать так из-под тишка. Кто на поле главный? Главный колхозник, блин. На поле главный. Походу, есть главный колхозник. А как ты думаешь, что он хотел? Ну да! 49, блин. У тебя, походу, 46. Так, ладно, выжидаем. Пофиг на этот нубочат. Вообще его нужно поменьше читать, чтобы не отвлекаться. Этого явно уже там не достану, там. Вообще никак. Что там через эту пиздюлинку можно было попробовать. Но уже поздно. Так, надеюсь, мне сейчас не прилетит. Вроде не летит пока. Ладно, лучше отъеду. Вот так вот. Так, ну он раньше шотнет, чем я подчинюсь, поэтому лучше отъеду от греха подальше. У-у-у, там 3-4. Сейчас сюда вольнет. Ну хорошо, что не по мне. Я сам себя люблю. И очень сильно. У нас тут кровавый равин. Ну, хоть так. Блин, он нашим на 407 киданул. Голдой, наверное, как-то попал в него. Тут надо пока поосторожней, поосторожней. Мы с нашим уровнем саппортим тут. Ну, хоть так. Блин, если бы я ББ хотел, я, по-моему, больше снял бы. В смысле, голдой. Так, ёп,
надо окну прикрыть. Хрен я его прикрою. А вот и четверку можно попробовать. Хотя бы на одну плюху. Я не знаю, блин. Ну хоть так, на 504. БК мы уже, к сожалению, не починим. Но вот спрятаться нам нужно. А как-нибудь слева, что ли, заехать? А, нету права на ошибку. Так, это чё? Чё так? Пошли вы в попу. Пофиг, нормально, тащим. Ну что я могу сделать? У меня ремки нету. Сейчас меня здесь, походу, и вздёрнут. Или нет? Надо, блин, назад уваливать. Ой, мама. Ну, одну плюху успеем дать, да? А может, даже и не одну. Давай, Т-28, только живи. Я в тебя верю. Нормально. Офигенно. Живем, ребята, живем. Спокойствие, только спокойствие. Давай, С3, танкани, блин, на него. На тебе, блин! Закуси. Ну, кстати, можно уже из-за кто ехать. Почему бы и нет? Тамара. Тамара, Тамара. Так, этот гребаный антивирус отключился. Я не знаю, блин, как это отключить. Он у меня просто сам иногда включается. Проверяет, блин, на вирусы. Это в первый раз, когда на записи так получилось у меня. Ну, оно обычно так делает раз... Ой, боже. Раз в 3 дня так делает. Просто сам включает и проверяет. Доктор Веб стоит у меня. Шоп его. Пониже спуститься, то тип засветит. И окта даст по засвету. Ну, что-то мне кажется, что он где-то слева там стоит. Стопудово. Блин, елку сбили. Ну, сказать, что это легкий бой, это соврать и только. Хреново, что эта октана быстрая, она непредсказуема, короче. Не, эту падаль надо добить. Эту падаль надо добить.
Стопудово где-то здесь, мне кажется. Боже, ну не найду, ну поеду на захват, еще времени ёбом. Что вы посливались там? Тяжела и неказиста жизнь советского танкиста, блин. Ну если он там не в дальнем углу, то я не знаю. Ладно, хрен с ним уже. Ах ты задница с усами. Ну получай. Ну блин, это классный бой был. Ничего не скажешь. Ничего не бой. А, посмотри, что я там нашмалял. Ну блин, неплохо так. 2233. Получше наших топов некоторых. Ладно, ребят, на этом серию, пожалуй, закончу. Она такая, знаете, у нас небольшая получилась, но все равно. Так что спасибо, что смотрели, ставьте лайки. Ну, до скорого. До скорого.